В этих условиях давление Соединенных Штатов на Украину с целью добиться от нее согласия на замораживание конфликта возымело, в общем, успех. Партнеры не готовы ссориться с Соединенными Штатами, партнеры по НАТО, ради Украины. Украина – это принципиальный вопрос, но это все-таки не ключевой вопрос. Там есть соображения безопасности глобальные. Это реальность. Увеличения поставок оружия не будет. Обещание или желание, или призыв Владимира Зеленского о том, что Украина должна достигнуть границ 91 года, внимательно послушайте, это слово очень важное, нереализуемо.